Нам сейчас так пройти, мы за хребет спустимся туда, и там поселили внутри, то есть за хребтом родник внизу дальше. А там родник тоже, да? Да. В честь какого-то святого, да, священного источника? Вот я не, вот насчет этого не помню, сейчас не буду утверждать. Надо вот спросить у Глеба там, кстати, я сегодня пробовал медузу. Сначала Георгич откусил кусочек и пожевал. Потом я. Ну. Сергей и Аделя ведут нас к роднику. Это я репортаж свой. Сейчас мы подойдем к месту, которое называется лифт. Ну, везде туристы. Вот колючки. Так, Дюля, ты сейчас в гору идем. Надо силы копить, молчать, ничего не грызть, ротик закрыть и дышать. Тогда ты будешь сильнее идти. Крутая горка. Идем. Поднимаемся на лифте. Ну а там вот такой вид замечательный. Все, мы почти дошли. Вот тут уже идти легче. Да, это такой приметные такие камни, место такое. Сейчас внутри горы зайдем, там потом муха. Не, нам сейчас вниз надо быть. Я просто туда лифт открываю. А внизу родник, да? А, лук. Лук. О. Точно лук. Лук дикий. Дикий лук. А родник, он вот, видите, хребет. Нам сейчас так пройти, мы за хребет спустимся туда, и там поселили внутри, то есть за хребтом. Родник внизу дальше. А там родник тоже, да? Да. Это гора Кобыла, вот видно, что. Любую засуху этот родник работает, да? Да. Ух ты. Конечно. Это пирамиду называю. А вот эти, не знаю почему, назвал три старика гору. Почему так? Это на верблюда похоже. У нас в Сибири на участке у меня такая гора была. Я по ней ориентировался. Вот, вырвал, давай потом. А вот это здесь называют сказкин лес, ребята. Как? Тут никогда сказкин лес. А, тут никогда никто не строится, никто не ходит, ни палатки, ничего, он такой сказочный. Да. Ну, а потом так пойдем по родникам. А нам вот по этой нижней тропке. Ну не, потом сюда пойдем. А потом мы обратно. Не будем сюда выходить, мы там по ущелью, поэтому вниз, да, можно, да. Через море, можно по балконам. То есть, да. Мы будем там спускаться. И там искупаемся. Да. Потом в воду, конечно. Я не хочу. Так, ну все, сейчас мы спускаемся по этой тропе, которая приведет нас к роднику. И водорожденный хребет, да? Просто горка.
Мы тут еще в базе не сердце. Город. Спускаемся. Лучшая порода там. На кране наступать. Да, ну красиво. Вот это мы зубили, как он называется? Ага. Зубилом, да? Сергей нам посоветовал посмотреть это место. Эту скалу. Отсюда вот, открывается красивый вид. Вот первое, видите, оголено скалено. Вот под ней здесь внизу. О. То есть вот сейчас мы рядом здорово. Проходим вот сюда и вот родничок. Да. Это я удивляюсь, как вот это выживает дерево здесь на чем. Когда трава? На чем оно тут выживает? Дерево уже, он дырявое нашло, здесь да. Живое. А угу. Тут вот новое начинается и никак не может прижиться. И тут это еноты бегают по краю, по кройке. Еноты, да? Да, тропинка это енотов туда, по краю, да. По краю бегают. Да я положил. Хочется очень пить, и сейчас мы придем к роднику и припасть к воде хочется. Очень крутая тропа. И вот мы спустились. Тут сразу чувствуется прохлада. И вот эта тропинка, говорит Сергей, ведет к морю. Ну, вот он, родник. Если тут бы сразу бы сказали, туда в лес идите. Скорее повязку. Мы не гречишки, мы здесь целевые православные, нам все петь, все любить. О, кстати, воды-то мало. Сейчас будем набирать, пить потом. А там-то в том родничке побольше должно быть это. А там еще один, да? Ну вот за деревьями, да. Это вот тут крысевидный. Ну, да. Сейчас налить надо будет, да? Заполним. Давай, пробочку давай сейчас полоснем. Все, пускай. В честь какого-то святого, да, освященный источник? Вот я не, вот насчет этого не помню, сейчас не буду утверждать. Надо вот спросить у Глеба там, угу. А так вот здесь икона, как я понимаю, воскресение Христово, вот она последняя, угу. Со мной была, сейчас переделали наверх. То есть она прям чувствует, замечал несколько раз. Ну, я она снимаю благодатная, такая, от нее прям сила исходит, эти иконы. Угу. Снимаю про наше путешествие. Это не путешествие. Ну, для нас это путешествие. Да. Воду попробовали, вода замечательная. Да. Особенно после такого перехода. Давай, Лель, бутылочку. Нет, я тяжело буду. Тяжело. Да, давай, бутылку дай. Мы идем обратно, и обратная дорога, она легче. А он, как видите, здесь и кончает.
Вот такие вот надписи здесь. И мы уже подходим к морю. Заповедные места, тропы муравьиные. Такое видео большое такое там. Дядя Сережа, это как мы горные. Ну, заповедник вот. А там уже этим хребтом уже мало. Красивое место, и Сергей рассказал, что здесь даже ходят по скалам, по этим горные козлы. Вот и все. Вот и берег моря. Ура! Народу никого, только вот справа группа купальщиков. Ну, сейчас снова будем купаться. А это место как называется? Ну вообще это базовая щель. А, базовая щель. Да, кто-то называет сухая, ну как сухая, пятая. Угу. Нет, сухая это неправильно. Да. Сухая она там дальше есть. Ага. Это базовая щель. Базовая, да? Да. Смотрите, как цветочек медузы. Кстати, я сегодня пробовал медузу. Сначала Георгич откусил кусочек и пожевал. Потом я. Ну, мне не понравилось. Потому что какое-то у нее действие резко идет и вот туда. Думаю. Да? А мне ничего, так солененькая такая. Да. Угу. Ну вот, уже вечер. И мы возвращаемся назад. Попрощались с Сергеем и Аделиной. И теперь вот идем. О, какое дерево. Ну, в общем-то, на этом можно мой репортаж закончить. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, до следующих встреч.